спокойно, люди выходят, все нормально. Конфликта я не вижу. Счастливо! Девушка, представьтесь, пожалуйста, какой вы приставы представляете? А что вы там знаете? Не, 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 девушка, девушка. Я представлял, представьтесь. Девушка, вы приставы представьтесь, пожалуйста. Вот за этим прошу, я и извините. Приехал. Представьтесь, пожалуйста. Вы брали у меня интервью, скажите, как вас зовут? Вы брали у меня интервью 20 минут назад. Представьтесь, как вас зовут. Девушка, представьтесь, как вас зовут. Я могу так ехать в автобусе. Это новый способ общения. Представьтесь, как вас зовут. Какой пресс вы представляете? Да, но я вас все равно найду. В интернете я вас найду. Как вас зовут? Это вы вот такие стандарты журналистики преподаете? Скажите, пожалуйста. Вот скажите, этому вы учили студентов? Это и есть стандарты журналистики, о которых вы говорили? Да, когда девушка брала у меня интервью, она не представилась. Это есть стандарт журналистики? Но она утверждает, что она не брала у вас интервью. Вы действительно представили. Я говорю о том, что она только что сказала. А я вам говорю о том, что я сказал. Что вам важнее, то, что я сказал или то, что она сказала? Мне интересно мнение двух сторон. Вот когда мы с вами встретились, вы представились, как вас... Но вы ко мне обратились, я представился. Она ткнула мне в лицо фотоаппарат, назвала меня по фамилии и дальше задавала вопросы. Я спросил, как ее зовут, понятно. Она не ответила. Все я понятно. Ответил на вас вопрос. Да, спасибо. Спасибо и вам. Какие он занимается постановками политических театров? Это было с политикой, там ничего не было с политикой, ничего не скажем. Это вы сцены. Это вы сцены, как бы то есть обычные там. Ну, как бы, то есть проблемы в семье, там, как это еще, там, с отцом. Я вам объясню, просто недопонимание возникло из-за того, что нам не ответили ни на один вопрос, как бы посчитали, что мы агрессивно нас... Ребят, вы пришли с плакатами, нет кровавому театру. Ну, как бы ты с... Это понятно? Ну, понятно, что... Скажите, а это стоило ехать с Киева, чтобы узнать, как решить вопрос? Не, я честно, типа, я узнал уже об этом театре здесь, типа, я приехал так, вот, там, ну, молодец. Начал с одного, а уже закончил другим. Вы сказали, что вы приехали. Это закрытое мероприятие было. Я сказал, что я сюда приехал в пятницу. А чего он не вышел? Ну, что ж вас так интересуют персональные данные? Кто где живет? Кто откуда узнал? Откуда приехал? Закрытое мероприятие было или открытое? Любой желающий мог туда попасть. Вовремя, да.